Бюджетное предложение президента Трампа, опубликованное вчера, предусматривает продажу 15 миллионов баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва США. Средства, полученные от продажи, будут использованы для финансирования различных проектов. В том числе, они пойдут на восстановление морского нефтяного резерва в Калифорнии на 242 миллиарда долларов, передает Day AZ со ссылкой на Вести. В отличие от других предложений, это предложение может получить двустороннюю поддержку. Законодатели от республиканской и демократической партий поддерживают продажу части стратегического нефтяного резерва, потому что его текущий уровень выше, чем требуется международными соглашениями о минимально необходимых поставках. И потому что двумя законами 2015-2018 годов соответственно предусматривается продажа 15 миллионов баррелей нефти из СРЭ в этом году и в 2021 году. Другой закон, закон о лечении 21 века, принятый в 2016 году, предусматривал продажу около 25 миллионов баррелей стратегического нефтяного резерва в период с 2017 по 2019 годы. Правительство США создало стратегический нефтяной резерв более 40 лет назад после арабского нефтяного эмбарго, которое заставило США четко осознать, насколько их экономика зависит от импорта нефти. Чтобы не столкнуться снова с болезненной нехваткой топлива, вызванной эмбарго, США решили запастись нефтью. Фактически, за последние несколько лет стратегический нефтяной резерв превратился в копилку, как это называет бывший глава ЭЭ. Законодатели продали части резерва, чтобы закрыть бюджетные дыры и сократить дефицит, а также чтобы поддержать новые законопроекты. Это вызвало спор о фактической цели стратегического нефтяного резерва. Некоторые, в том числе президент Трамп пару лет назад, утверждали, что он не должен быть таким большим. Другие же выступали против, так как если местное производство может быть на хорошем уровне сейчас, то со временем все может измениться. Так что разумно иметь такую прочную подушку, как стратегический нефтяной резерв. Спасибо за внимание. Ставьте лайк и не забудьте подписаться на канал Твои Новости. Здесь всегда вас ждут самые горячие и свежие новости мира.